Как правильно оформить заявку и на что обратить внимание, домкомам и ТОСам Центрального района рассказали на совещании. Главное, отметили и глава района, и представители полиции, подключить локальные камеры к системе «Безопасный город». Тогда все происходящее во дворе будут контролировать диспетчеры городского центра. У нас есть положительные примеры. В Центральном районе более 167 домов уже установили видеонаблюдение. Устанавливают видеонаблюдение частные предприятия, имеющие лицензию, для каждого дома индивидуально, потому что это количество подъездов разное. Данные технические условия выдает наше предприятие муниципальное «Безопасный город». Это значит, что специалисты подскажут, сколько камер, 2 или 3, необходимо установить для лучшего обзора. Помогут с выбором интернет-провайдера. В среднем установка 3 камер на 12-этажный дом обойдется в 50 с лишним тысяч рублей. Выполнить всю эту работу могут и сами жильцы, если среди них есть компетентные в этом вопросе люди. Заявку на подключение к системе «Безопасный город» нужно направить в отдел ЖКХ районной администрации.